Вы умеете экономить, у вас есть сбережения. Умение экономить – это фундаментальный навык, который является ключом к финансовой стабильности, личной свободе и долгосрочному успеху. Экономия – это не просто накопление денег. Она представляет собой образ мышления, основанный на дисциплине, дальновидности и ответственном принятии решений. Жизнь непредсказуема, и непредвиденные расходы или чрезвычайные ситуации могут возникнуть в любой момент. Развивая привычку экономить, мы создаем финансовую подушку безопасности, которая может помочь нам пережить непредвиденные проблемы. Это чувство безопасности укрепляет наше душевное равновесие и уменьшает стресс, позволяя нам более уверенно преодолевать жизненные взлеты и падения. Есть люди, которые легко умеют экономить и откладывать деньги, а есть те, кто каждый раз собирается начать откладывать деньги, но каждый раз тратит все почистую, а иногда и занимая в долг до зарплаты. Итак, в то время как некоторым людям трудно устоять перед соблазном постоянных трат, другие, похоже, обладают врожденной способностью мудро распоряжаться своими финансами. Астрологи считают, что определенные знаки зодиака обладают естественной склонностью к умению экономить и откладывать деньги. Сегодня мы рассмотрим три знака зодиака, которые умеют экономить на всем. Одним из эталонов экономии и распоряжения деньгами можно назвать знак зодиака Телец. Они очень любят деньги, особенно когда накопленные богатства позволяют им покупать статусные вещи. Тельцы весьма стабильны в финансах и вовсе не расточительные. Скорее их можно назвать экономными, чем скрягами. Телец может пожалеть копеечку на себя, но Телец не пройдет мимо, если кому требуется помощь. Готовы отдать последний рубль тем, кого любят, или тем, кто их выручал неоднократно в сложных жизненных ситуациях. Копить, тратить или вкладывать и снова копить – это главные мысли, которые крутятся в голове знака зодиака Козерог. Эти люди очень любят деньги и очень любят себя баловать. Копить Козерогу сложно, ведь всегда найдется идея для вложения. Чаще всего Козерог тратит деньги для инвестиций в новые проекты, которые принесут ему выгоду. Но баловать себя и жалеть на себя он тоже не забывает. Деньги знак зодиака Козерог очень любит. Они ему дают возможность подчеркнуть свой статус и много чего еще. Если задать вопрос, какой же знак зодиака Козерог, экономный или скряга, то скорее его можно отнести к скупым людям. Он никогда не пожалеет денег для себя, но часто отказывает тем, кто их у него просит. Вы должны быть привлекательны с точки зрения финансов и выгоды, чтобы Козерог откликнулся вам помочь. Этот знак зодиака умеет жить с выгодой для себя. Экономить и копить умеет не каждый, по искусству и мастерству накоплений. Знак зодиака Весы могут дать мастер-класс. Это весьма экономичные люди, они ничуть не скряги и жмоты. С деньгами, конечно, расстаются трудно, но если помогают, то от чистого сердца. Возможно, это такой тактический ход у Весов – дать в долг, чтобы не растратить накопленное. У людей этого знака всегда есть заначка, а то и две. Весы умеют накапливать деньги, не лишая себя комфорта. Это, конечно, очень загадочно для окружающих. Как можно от чего-то отказываться, но при этом жить в достатке? Так или иначе, Весы живут с выгодой. Скрягами никогда не были, но и расточителями богатства их нельзя назвать. Похоже, Весы – врожденные экономисты.